В Дербенте на уроке физкультуры умер мальчик. Девятиклассник Данила Бодров почувствовал себя плохо и скончался на глазах у своих одноклассников. У школьника было слабое сердце, и на этот раз оно не выдержало. Продолжит Карина Баталова. Слабость, растерянность и обморок. Все это произошло буквально за минуты. Вроде бы совсем недавно 14-летний Данила бегал и прыгал. Урок подходил к концу, и дети шли к раздевалкам. Как вдруг Бодрову стало плохо. Он сел на скамью, а потом и вовсе потерял сознание. По программе у нас баскетбол шел. Таких нагрузок ничего не было, сказать, что там какую-то нагрузку. Просто ребята отрабатывали штрафные броски, броски по кольцу. Потом ему стало плохо. Быстренько начали оказывать первую медицинскую помощь, я имею в виду. Ни искусственное дыхание, ни массаж сердца не помогали. Медсестры старались привести мальчика в чувство, но все было напрасно. Через 10 минут после происшествия подъехала скорая. Мы начали закрыть массаж сердца, искусственное дыхание и провели электрическую дефибрилляцию несколько раз. Ввели внутривенные сердечные препараты. Но несмотря на то, что мы проводили реанимационные мероприятия, эффекта не было. Скоропостижная смерть, как полагают медики, наступила из-за острой сердечной недостаточности. Реанимировать человека в таких случаях сложно. Обычно подобная беда настигает пожилых людей, а тут ведь совсем юноши. Ребенок поступил к нам с диагнозом врожденный порок сердца, но компенсированный порок сердца. В справке, предоставленной кардиологом на школу, было указано, что он допускается к обучению в основной группе. Так что ограничений занятий для занятий физической культуры, особых предписаний не для учителей физической культуры, не для педагогов при поступлении ребенка в школу не было. Диагноз был поставлен мальчику кардиолога в Москве, где он раньше проживал и ходил в школу. За 2 года обучения Данилы в Дербенте никаких нарушений у ребенка не отмечалось. Он также не обращался в школьный медпункт. Чья это ошибка, да и ошибка ли вообще, будут выяснять сотрудники Следственного комитета. Карина Баталова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дербент.